Ты абитуриент, знаешь толк в математике, интересуешься информационными технологиями, тогда тебе прямая дорога в Институт вычислительной математики и информационных технологий. И в МИИТ готовит востребованных специалистов с высокой стартовой зарплатой. Институт вычислительной математики готовит не просто инженеров, а мы готовим в первую очередь личности. Наши выпускники, они одинаково владеют как современными технологиями в направлении информационных и телекоммуникационных технологий, так и готовим их к организационной работе. Благодаря высокой квалификации преподавателей, эффективным формам обучения на базе современных вычислительных комплексов, выпускники института получают не только глубокие теоретические знания, но и актуальные и практические. Практика – это отработка теоретических знаний, когда студент, по сути дела, знакомится с бизнес-процессами, с реальной организацией труда в IT-компании, вовлечен в процесс разработки программных систем, информационных систем, ну и, по сути дела, знакомится со всеми этапами и стадиями процесса проектирования, разработки программных продуктов. Так как практике в Институте вычислительной математики и информационных технологий уделяется большое внимание, студенты заканчивают учебу уже подготовленные к работе в ведущих организациях не только России, но и мира. На многолетнюю практику института можно смело сказать, что все выпускники нашего Института вычислительной математики и информационных технологий трудоустраиваются по специальности. Более того, по независимым оценкам, это общероссийский рейтинг, выпускники IT-направлений Казанского федерального университета лидируют в России, то есть занимают передовые позиции в России по начальной заработной плате и по востребованности среди потенциальных работодателей. Также нужно отметить, что помимо учебного процесса, студенты и в МИИТ участвуют в яркой студенческой жизни, которая остается в памяти на всю жизнь. Подробную информацию о поступлении в Институт вычислительной математики и информационных технологий можешь узнать на сайте КФУ или по номеру приемной комиссии. Адиля Валеева, Аделя Мухаметшина, Роман Самарин, Универньюз.